present, then no creo que dicen, voy a hacer unos. Hey. Internet Elizabeth. Internet Elizabeth.
뭐야, 너 그래. 좀 하더라도 나 이거. 자, 일단 하나 먹으시면 돼. 네, 오다오는 집에도 많이 안 Что-то тут все растет, растет. Ладно, ладно. Если будет давать чуть-чуть, хорошо? А, он красивый. Ха-ха, ты хорошо. Ладно. Ладно, так. Да, наоборот, наоборот, убрать игривым. Так нет, конечно, нафиг вам надо это сделать. Просто да. А, ну это у меня. Ой, это шутер. Сейчас, чека надо.
보여주다. 노래도 힘들어. 많은 바깥 자꾸 깨 Только что вверх же показал. Что ты, образил, что ли? Только что зеленые были. Нет, вы же ели тоже, да? Ну, нет, все, хорошо. Так. Энергобыт. С плюс. Ладно. Так. Эй, не надо там что-то загружать. Я придумал, а не надо. Мне это нужно. Загрузили, два дела. Нет такого. Чем ты так показываешь, что я уже... Чем ты так показываешь, если я разбудил уже денежку?
Teď ty... Просто распределяет на наоборот, нет. Ну, чего это просто так? Увидеть свою жопу. А чего такого? Наоборот, ну, не совсем то, что понимаю, а в чем проблема? Давай задуматься, не знаю. Ну, я просто понял. Ну, вот это есть. Ну, по идее, как бы вроде как так, но даже. Ну, типа того, потому что надо активы тратить на то, что, да, то, что ты что-то кушаешь и что-то потребляешь, это само собой. Поэтому и погано тебе. Это показывает, это как бы женская тема, понимаешь? Там как бы интим, да. То есть это, ну, понимаешь, она то же самое же говорит. Наоборот. А, наоборот. А, это... Ну, это не суть разговора. Ну, не интим, как хочешь назови. Женская тема, короче, которую показывать нельзя. Да, ну, не рекомендуется, скажем так. Ни к чему. Ну, то есть ни о чем. Да. Ну, я думаю, что если ты что-то покупаешь, в смысле, какие-то активы, то есть новый аппарат какой-то или что, ну, понимаю. Ну, наверное, имеет смысл. Ну, и все равно про них все узнают, наверное, так или иначе. Тогда не стыдно. А, это тоже актив. Ну, тогда можно все, что угодно, так. Ну, это то, что ты где-то живешь. Ну, типа, ладно. Если я говорю... Ладно. Ну, согласен, да? Вот поразмышляй вместе со мной. Смотри, это как бы моветон, понимаешь? То есть ты когда показываешь, какие ты деньги тратишь просто, ну, публично как бы, да? На какие-то бытовые услуги там, это как бы не очень хорошо. Что-то в этом есть такое. Понимаешь, да? То есть потому что, да, потреблять, точно так же, когда ты показываешь, то есть потребление, оно как бы какое-то, ну, как бы, понимаешь, это все равно, что ты показываешь свою физиологию, которая само собой разумеющаяся какая-то. То есть это как-то отвратительно, да, то есть людям это понимают. Да, то есть, ну, когда ты что-то используешь, там, активы какие-то, ну, я не знаю, насчет чиновников там, да, понимаю, да, почему нет вроде как, да, то есть подотчетное. В принципе, просто на это никто смотреть не будет. Ну, понятно, что ты зашел в магазин, купил какие-то, что-то там купил, но если ты не диетолог какой-то там, если это там, типа того, да, профессиональный, ну, да. Суть. Да? Получается, что понял тебя, что даже... Нет, женщина вообще ничего не надо. Ну, в смысле, не суть разговора, да? Ну, хорошо, им надо все. Надо все и сразу, конечно. Наверное, ты не так. Не, просто вот свою жизнь живешь и думаешь, что нормально, что, ну, это понятно. То есть это из этого же уровня, что, в принципе, да, вроде как, да.
Ну, нет, это я актер, артистки, да. Ну, это да, я понял тебя тоже, Москва, да. Но он тебя понял, что... Спрятаться не надо, черновик-то зачем? Давай. Босс. Катастрофа. Да новость. Ну, наверное. Ну, наверное, не пока. Ну да. Макароны один. Что же я хотел? Это есть оно самое. Что там, все нет? А толку-то нет, ты же не
Да. Ага, понимаю. Ну, по сути, нет.